Ну что, не родили еще? Ну, я шучу, конечно. Я шучу. Смешного ничего нет здесь. Ой, то. Потому что остальные маленькие вроде как нет. А большие у меня записаны, кто будет первый. У меня, представляете, сначала... Сейчас я приду, не кричите. Так, берем сразу эту штуку под сено и потащили. Вот эта коза, которую мы хотели отбраковывать, все-таки ее надо будет, наверное, потому что мало того, что она худая, она сейчас беременная, и она, видите, она отстает. А если она очень активна, так она ведет себя хорошо, но вот так вот она... Вот. Чего говорила? Память девичья вообще. Ну давай уже иди. Я остановилась вообще. Я прошла, она остановилась. Нет, видите, она может пробежаться. Сейчас она ломанется туда, встраиваться в кормушку. Но то, что она такая тощая... Всю жизнь. Ну, это понятно, что что-то с ней не так, да? Рыжая коза. А, комбикормик там рассыпан. Ну, давай, пошли. Ладно, уговорила, насыплю. Потом только. Сейчас подъедите, потом. Сейчас же не буду. Так, воды. У меня две козы покрылись 30-го. Сентября, то есть рожаем уже. Ой, дикий. Распетушился. Один. А я увидела. Хорошо, что увидела. Я про них вообще забыла, что их надо кормить. А он там ходит, рисуется мне. Показывает. А, в общем, две у меня в один день. На следующий день у меня три покрытые. Но это совсем не значит, что они так и будут рожать по расписанию, понимаете, да? Очень может быть. Я же тебе дала. Ну я же тебе дала, а, сырок. Я же вышла с гостинцем, а? Чего ты выступаешь? Гусь ведь так облизывает, такой язычок. Ой. И рукой. Да ты моя красота. Нет, мне некогда, вообще мне сейчас надо уезжать. Вот, они сейчас могут очень вероятно начать прямо рожать вообще одновременно. Вот у козы вымюшка начинается, она на второй день как бы должна. Но это ничего не значит. Шоколадка вымя появляется. Ну, в смысле, наливается немножко. У этих там как болталось, так он и болтается. И это вот огромная, тоже большая. И будет веселье, будем ждать, а то начнется у нас опять снегопад, снегопад, козопад. Хорошо, хоть у этих знаю, когда покрытие записано. А то бывает так, что кроемся и вообще не поймем, что происходит. Все, ладно, я пошла. Я так и не сказала. Сено. Сено-то притащила эту штуку. Я так и не сказала вам доброе утро. Доброе утро. Так. Мне прям нужно очень быстренько, потому что... Ну, естественно, уже дома никого нет. Праздники кончились. Хватит отдыхать, когда за меня все делали. Вот, мне сейчас нужно по-быстрому все сделать, и мне нужно уехать. 100 лет никуда не уезжала уже. Дратути, ты кто? Ты отсюда. Козлина, иди сюда. Говорю вам, спешу. Я спешу. Нет, вы начинаете мне тут. А? Иди домой. Давай, иди сюда. Давай. Ну давай еще подведаем, да, полдня?
Еще взял моду уходить, да? Самостоятельные все такие. Давай. Так, соблюдаем очередь, не выступаем. Эти кричат оттуда. Где комбикорм? Давай, сначала идем коровьим ситом. Корову-морову место ей сделали, ну, на цепь уже поставили ее. Вот, но потом расскажу про нее, что она нам тут вытворяла. Конечно, все потом. Так. Ну, блин, ну что? Ну, давайте вон сыпану. Давайте уже пошла. И пошла. Одно ведро, камера, да? И пошла опять за комбикормом. Ждем. Помнила, ты моя умница, ты молчишь. Ты молчишь и ждешь. Вот у нее только взгляд вот такой вот. Много чего значащий. У нее все слова, все выражения во взгляде. Иногда она просто вот сейчас вот смотрит, а иногда у нее взгляд такой ошалевший. Это она мне дает понять, что хозяйка, ты что-то не то сделала. Забыла про нее там, допустим. Козел слушает, да? Ага. Ага. Так, вы молчите, не орите. Вы что так себя ведете? Угу, две мне тут орут. Пошла за комбикормом. Блин, опять забыла про перепелов, они его нарут тут. И заходим коровам. Сейчас тут разбавлю. Потому что мешок последний. Ну и разбавляю. Здесь зерно, нет? Не туда. А, здесь. И разбавляю зерно. Сейчас еще. Сыпаем комбикормика. Пока что здесь сейчас. Перепел. Горел. Ой-ой-ой, жалуется-то, все кончилось? Сейчас. Застрел. Ты застрел. Так, спокуха. Давай сначала тебе дам немножко. Давай. Пока так и даю понемножку. Хотя уже можно им поставить чашечку каждый отдельно, не в общую, а каждый отдельно. Давай, давай, тебе, конечно, давай. Сейчас, завтра уже по чашечкам. Я сегодня просто спешу. И пока еще, не знаю, 3-4 дня прошло. После... О, за юг, давай оттуда. Давай. Блин, хотя бы чашечку поставила и пошла бы делам своим заниматься, но... Почему? Это коза мелкая, да, это видно, что это мелочь. Помните, у меня были две пускакухи, которые скакали у меня здесь по стенкам, по загородкам, по сараю. Это вот одна из них, причем самая, хотела сказать, тупенькая. Ну, люди не любят, когда так называют, но это... Ну, я в следующий раз расскажу поподробнее, да. Вот, сейчас просто, правда, некогда. Все, Заюша, тебе хватит. Давай, помыл. Помыл на выход. Слезь. Ну, слезь, ты же молодец. Ты должна слезть, ты знаешь, да? Давайте, ребята. Козел, видите, уже взрослеет. Он не то, что растет, он уже взрослеет. Теперь бегу за куриным комбикормом. Не трожь яйца. Так, все напоены, накормлены. Всем накормлены. Так. Быстро, быстро. Убегаем, да? Убегаем. Блин, а утины эти, утины не положила. Утины и... Ликбарик один снесся. Снесся он. Вообще, молодец. Ну, пока... Естественно, больше никого не буду ждать. Потом доберу это, что вот с утра.
Что с утра есть тут? Все, я побежала. Эти вдвоем тут бегают, дружатся, как брат с сестрой, да? Смотрите. Смотрите. Пухляшечки такие. Такие. Они не здоровые, но такие хорошенькие. Есть прям некоторые такие рождаются маленькие, такие тоненькие какие-то. Так, все, все взяли. Побежали. Свет я вам не выключаю. Да, убегаю. Снег так и валит. Так и валит, не перестает. Трактор поехал, прочистил с утречка. Молодец. Но это сейчас он здесь проехал, а так он тут еще по другим дорогам ездил уже. Я видела. Видите, так и валит. Пойду насыплю этим перепелкам. Как они называются? Индюки, пока не забыла. А то сейчас ля-ля-ля-ля, так и забуду и уйду вообще. Пока здесь помню про них. Ой. Есть жалостливые люди, которые иногда, ну, может быть, это новенькие, а может быть, кто-то просто так пишет, хочет такое написать. А, козы. У коз есть вон загон там, вы видите, там 3.5 стены и вон выход. Там нет ни ветра, ни снега, там под крышей. Если им нужно будет, они туда зайдут и спрячутся. Когда прям сильный-сильный ветер, да, они там стоят. А когда вот такой вот снег валит... Козы мокрые, им холодно, им так плохо. Им неплохо. Они не тупые. Когда им будет плохо... А что? А, работники какие-то идут. Когда им будет плохо, они обязательно зайдут вовнутрь. Если они стоят здесь и вон что-то, видите, там, радуются жизни, значит, им хорошо. И они сейчас наедятся, поедят. Ну, несколько часов они здесь будут стоять. Потом только уйдут туда вовнутрь, это им не помеха. Потом опять, может быть, постоят внутри и начнут там по несколько выходить опять к кормушке. Достала халуми из морозиловки. Ну, прям не нарадуюсь. Я прям не нарадуюсь в этом году. У нас же так Господь дал ума-то. Довел до такого, что я поняла, что какая-то хорошая штука, что это можно заморозить. Молока-то нет, ну, у кого-то в хозяйстве, ну, у кого-то большие хозяйства, да, круглый год, и откос молоко, и коровье там, допустим. Вот у меня нет, мы живем сезонами. Пока как бы меня устраивает такая ситуация. Достал, он уже разморозился, и сейчас себе кусочек пожарю. Он же у меня двойной, порезала пополам. Ну, причем я отрезала... с другого конца, с узкого, не с широкой вот этой части, с самой широкой, какую я показывала, а я себе отрезала с другого конца, потому что широкой, ну, мне это много. Кто думает, ученые тут ковыряются вот по этим кусочкам? Ну, нет же, халуми, он очень сытный, мне даже вот это вот много. Я еще себе сварила 2 яйца, ну, потому что я сейчас днем одна. Блин, у меня же суп есть вчерашний. Ну, ладно, уже так пообедаю. Ага, уже хватит, пока разговариваю, что-то быстро. Вон. Важно не пережарить и не дожарить. Потому что, когда его пережаришь, ну, естественно, он будет невкусный. Видите, он проседает внутри. И если не дожаришь, он будет опять такой же жестковатый. Вот, видите, проседает. Ну, видно, да? Не одно же я вижу. Вот, что внутри там мягенько. Ага, ага. Нужно поймать этот нужный момент. Ну да. Ну все, я даже выключаю. Так, полежит просто попарится. Вот и все. Мне это много, я говорю. Но вот по-хорошему один. О, о, какой мягенький, дай. Дай, о, дай, видите? Ну вот. Правда красота это. Яйцо Ликбарика. Я не с тем умыслом, а Ликбары, да,
Мы разговаривали на ту тему. Говорят, что там мараны очень вкусные. Яйцо маранов очень вкусное. Я не вижу. Я не знаю, мне яйцо куриное и яйцо куриное. Ну, просто я вот сказала, что это яйцо Ликбара. Вот. Одно яйцо взяла себе. Сварила там еще несколько. Ребята вечером придут, доедят. Ну, честно сказать, я еще себе сальце. Ну, немножечко копчененького отрезала. И пообедаю.